Быстро. Открываем. Отойдите! Не-не-не, пусть молится! Парень! Так, уважаемые, сейчас собираемся. Запрещенные предметы есть? Верхние вещи берем. Если есть запрещенные предметы, лучше их добровольно сдать. Хотя мы... Есть они? Кроме нас запрещенного ничего нет. Ну все тогда. Один человек может остаться, а остальные все через досмотр уходим. А вообще что это? Это обысковые мероприятия, назовем их так. Так бы и сказали, все, то их соберите. На, держи. Где еще раз? Вот он. Вот. Вырезан специально телефонный затвор. Не снимите, я не помню. Так, ребят. Нужно будет чем-то открутить это. Что? Вот это вот. Вот, делай. Первый? Да.
ВВК, карта виза. Понятно. Надо будет вот этот вот столы разбирать и доски поднимать все. Ребята, все со столов убирайте вот здесь вот все продукты. И будем разбирать доски. Да, аккуратно прям это. Снимайте все. Это под то самое? Да, это же специально. Виктор, что, на четвертом, да, получается? На третьем? Это мы сейчас на третьем? Второй вывели? Ой, третий. Ну, и не ломайте же, видно, что там ничего нет. Не, ну видно. Если вот так она будет, потом, будет видно. Потом нам не сделает ее никто. Что это? Зарядное устройство. Заряд. Ответ 104, ответ 80. На приеме. На приеме. Забери в отдел, срочно. Я с группой на БСе. Холодильник отодвигайте вот так вот сюда. Может, сумки пока на дорогу идем? А как вообще он там взрыв? Да давай сейчас один доллар встанем, и все что. Вон, Дим, пойдем. Иди на стол, слышишь? Стол, давай на стол сюда. Наушники USB Pro. Влад. Это ваша камера? Да. Откройте мне камеру эту.
Камеру откройте мне эту. Включил. Кому это? Все, блогерство, все снимается. Фиксирую. Зачем провоцируешь? Какая провоцируешь? Фиксация. С нашей стороны иду. Телефон, да? Все, оперативный сотрудник, кто здесь на корпусе? Кто на корпусе? Нет его. Он пошел нахуй. Все, выходи. Еще раз, Виктор, где металлка? Еще раз посмотрите его. Там, если... Ты же сюда? Все эти солдаты. Да, сейчас проводим полный. Может, там что-то не видит? Видишь, кирпич? Вставляет, оттуда все уходит. Все ушло. Все, все скидываю сюда. Все эти солдаты. Охренеть. Угу. Еще, видишь? Вот это да. Да. Обои чьи-то порвали. О, с цветочком. Чтобы этого всего не было и избежать, это нужно сегодня устранить. То есть заштукатурить вот эти вот. Заштукатурить, причем очень быстро, очень прям качественно залить прям бетоном. Трехсотка прям, знаешь, М300. М300 здесь нужно. Тогда вам надо будет команду миксера подогнать сюда. Стоит уже внизу. Да. Это вся стена, это шахта. Вы не можете понять, это шахта, которая шахты были. Вы ее не зальете, вам нужно будет миксер один подогнать сюда и заливать. Да, дорога эта кишка. Сейчас найдемся. От какой камеры сейчас? Телефоны, зарядки, беспроводные наушники. Подойдите, пожалуйста. Кто там? Наушники беспроводные. Давайте вот так вот сделаем. Охренеть, вот еще один наушник. Телефоны. Мы сейчас это сделаем вот так, разложим. Все, вы, ребят, пока свободны. Возьмите, пожалуйста. Вот туда положи. Сотовый телефон. Samsung, сотовый телефон, тоже Samsung, причем они одинаковые явно, кто-то одной партии заносил, да? Ну я так это воспринимаю, правильно, молодец, люблю, когда соглашается с правдой, самое главное правдой соглашаться, а все остальное ерунда, возьмите, пожалуйста, еще, добро. Я говорю, одной партией заходили, говорю, телефон у них одинаковый. Возьми, Анвар, да, вот это возьми, пожалуйста. Вот это вот. Эти трубы двигаются, нет? Нет, они вот. Нет. Мужики делают. А, это он все равно сгоревший. Вот, смотри. Смотри. Нет, недавних звонков. Нет, этого вот.
Симка. И Федорович нет. Ну не Симка, а это. А где он, уволился или что? Нет, он перевелся в другой отдел. Наушники. Ак. Зачем обманывать сотрудников? Не для взаимодействия. Ну, для взаимодействия. Хорошо, вы уже спросили, есть вопрос? Вы в управление переводите, да? Ну, фамилия. Сергей. Ну, это на время ремонта я сюда зашел. Этот у меня нет ключа даже. А чей мой это? Был Иваницкого. А что делает в вашем столе? Затрудняюсь ответить. Переехали сюда и не смотрели даже. Капитан тоже вещи лежат. Сюда переехали. Зачем, да? Да, ну, не учтенный, по-моему. Не твое? Нет, блин, не забыл совсем. Да, это учтенный телефон. А кем он учтенный? Где учтенный? Кем учтенный ты и где учтенный? В отделе режима. Его ну, а где акт? Где? Где? Акт у меня нет. Не. Значит, он не в отделе режима? Не забыл. Пойди на стол. Это вот, нет. Когда я выясняю?